Добрый день, на связи прокат матча «Боксары», и сегодня хочется сделать небольшой видеообзор на наш профессиональный плиткорез фирмы «Зубармастер». Маркировка его ЭП-300-1500, где 300 – это диаметр круга, 1500 – это мощность двигателя. Длина его реза 1200 мм, глубина реза при угле 90 градусов до 65 мм, при 45 градусов до 40 миллиметров. Сам стол плиткореза оснащен складными ножками. Здесь мы ослабляем винты и складываем их. У плиткореза достаточно вместительная тара для воды. Сюда вмещается до 6 ведер. На данный момент у нас сливное отверстие открыто. Вот оно, вода стекает. Сейчас мы его закроем и начнем работу. Съемную столешницу установим обратно. На рабочей поверхности установлен дополнительный транспортир. Ослабляем его, выбираем угол, который нам требуется, фиксируем и уже укладываем плитку именно под этим углом. У плиткореза Зубармастер нашего имеется насос для подачи воды, который потом впоследствии приходит на диск и сразу подает струю уже к плитке и к диску. Сейчас мы с вами будем резать плитку под углом 45 градусов. Для этого мы ослабляем болты на направляющей и наклоняем под угол 45 градусов. Не забываем обратно зафиксировать. И можно начинать работу. Так, положили плитку. Запускаем двигатель, дожидаемся подачи воды, и можно потихонечку начинать резать. С обратной стороны, с лицевой. Для этого мы резали вот эту плитку точно так же. Так что, если вам понадобился плиткорез, приезжайте к нам, звоните, бронируйте. Телефон 38 16 36. Наш адрес: Чебоксары, Максима Горького, дом 3. Работаем мы ежедневно с 8 до 8. До свидания.